O Manchi também? O número 10 é escondido. Даниил, новость о том, что ты переходишь в «Спартак», была уже довольно давно, но, наверное, только сейчас начинаешь себя чувствовать красно-белым по-настоящему. Ну, конечно, доигрывал круг за «Арсенал», как хотелось уже приступить к сборам, присоединиться к команде в любом случае. Я рад очутиться здесь, я очень доволен и хочу прогрессировать. Как прошли первые тренировочные дни? Какой посыл основной идет сейчас от Паула Ваноли, тренерского штаба? Ну, сейчас основное подготовиться нам физически к началу второго круга. Также поставить нам тактику, какую хочет видеть тренер. И уже от этого будем отталкиваться. Ты знаком сразу с несколькими игроками, да, по молодежной сборной. Это и Литвинов, Умяров, Игнатов, Классен. В основном с ними общаешься пока или? Да нет, я со всеми общаюсь. Да, с парнями знаком был до команды. В сборной играли. Нет трудностей вообще ни с кем в общении, знаю немного английский, также изучаю его, поэтому больших трудностей нет. Есть в планах той же группы, которая в молодежке играет, и в первой сборной оказаться через какое-то время? Конечно, это было бы идеально, можно сказать, у нас уже наигранный состав, и поэтому в основной сборной было бы неплохо оказаться вместе. Расскажи, как тебя вообще приняли в команде, может быть, от Джики, как от капитана было какое-то напутствие? Да, очень тепло приняли. Такое ощущение, как будто я отъезжал на некоторое время с команды, и вот сейчас вернулся, как будто все друг друга знали, хотя не были знакомы, только единственное, что играли друг против друга и все. Расскажи, какие цели сейчас ставишь перед собой? Поначалу просто освоиться или сразу готов биться за место в старте? Ну, времени осваиваться нет, надо сразу бороться за старт, поэтому в любую команду, в которую ты переходишь или в которой оказываешься, хочется играть, поэтому будем бороться за стартовую позицию. Ты часто играешь на правом фланге, конкуренция с таким мастером, который играл в Ливерпуле, в Челси, в Интере, как Мозес, вдохновляет? Да, конечно, такие люди в команде вдохновляют, это здоровая конкуренция, это сильная конкуренция, и с такой конкуренцией интереснее бороться. Поэтому в этом нет проблем. Ну, я не только, я могу и слева играть, но там тоже играют игроки. Ну, поэтому, ну, я не думаю, что это прям какая-то большая проблема, это, наоборот, здорово.
Впереди у нас плей-офф Лиги Европы. Дебют для тебя на таком уровне, как уже предвкушаешь? Как сказать, моя карьера развивается очень стремительно, наверное. Много можно сказать спасибо себе, потому что много работы, также тренерам моим, которые были до этого, которые каждому хочу сказать спасибо. И, конечно, такой быстрый старт и в Лигу Европы сразу попасть, это, ну, очень хотелось бы. И я жду этого дебюта, постараюсь сделать все, чтобы дебютировать. Ты копил силы в отпуске в родном Крыму, верно, да? Да, был в Крыму, отдыхал там дома с родителями, с друзьями. Эмираты отдыхают по сравнению с родными местами? Да, конечно, дом всегда остается домом в любом случае. Ну, Эмираты по-своему хороши, Крым по-своему. Давайте, 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 потерпеть. Не отпускай, держись там. Давай, Туля! Давай! 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 Давай